Вітаю! В ефірі студія «Репортер» з Дмитром Богомоловим. Сьогодні гість нашої студії – народний депутат України Вадим Новинський. Вітаємо, Вадим Владиславович. Дякуємо за те, що завітали до нас. В мене таке питання. 2 травня. З моменту жахливої трагедії в будинку профспілок, в якій загинули 42 людини та ще 6 під час зіткнень у місті, пройшло вже 5 років. Чому, на ваш погляд, досі немає жодних результатів розслідувань? І чи очікуєте ви на якийсь поштовх у зв'язку із зміною влади в Україні? 5 років пройшло з дня тої страшної трагедії. То, що немає ніяких результатів розслідування, и виновные до сих пор не наказаны, это только вина в этом нынешней власти во главе с Петром Порошенко. Петр Порошенко, Андрей Парубий и руководитель правительства, они делают все для того, чтобы расследование не было честным, законным и открытым для общества, прозрачным для общества. Я уверен в том, что если бы расследование было законным и были учтены все факты этого страшного преступления, то следователи пришли бы в самые высокие кабинеты нынешней власти. И для самосохранения власти делается все для того, чтобы расследование шло ни шатка, ни валка. Что-то там расследуют, кого-то, какие-то документы отправляют в суд, возвращаются обратно. До сих пор ни Одесса, ни вся страна не знает о том, кто же виноват в этой страшной трагедии. Это нужно и тем, кто погиб. Честное, открытое и законное расследование необходимо нам, тем, кто остался жить. И нашим детям, для того, чтобы такая трагедия больше не повторялась. Ни в Одессе, ни в других городах Украины. Где бы это ни было, ни во Львове, ни в Харькове, ни в других городах. Мы знаем еще, например... Но в этом не заинтересована украинская власть. В этом не заинтересован Порошенко. Только со сменой власти. Вот уже президент у нас будет другой. Слава Богу. Только с избранием новой Верховной Рады можно ожидать, что будут переназначены все руководители правоохранительных органов. В первую очередь, те, которые отвечают за расследование. Это Генеральная прокуратура и Государственное бюро расследований. Только в этом случае можно будет ожидать, что политики не будут ставить задания, как, в каком направлении должно идти расследование. А следователь будет руководствоваться исключительно законом, а не политическими предпочтениями. И тогда нам стоит ожидать результатов этого расследования. Мы, кстати говоря, неоднократно на эту тему, на протяжении 5 лет, неоднократно эту тему говорили. Делали депутатские запросы, выступали с разных трибун, в том числе и международных. Я выступал в ПАСЕ с этой темой, чтобы привлечь внимание депутатов Парламентской Ассамблеи Совета Европы к тому, что происходит в Украине, к тому, что происходит по расследованию в этой страшной трагедии в Одессе. И результатов не было никаких. К сожалению, нас просто мало в зале Верховной Рады. Вы дуже вірно підмітили, що саме для рідних загиблих це дуже важливо, але також для них важлива ще й підтримка. І ми знаємо, що напередодні 5-ї річниці цих трагічних подій ви зустрічалися з рідними постраждалих у цих трагічних подіях. Про що йшла мова? І знаємо, що ви раніше вже ініціювали виплати родинам постраждалих. На якому зараз етапі цей процес? І чи є підтримка з боку держбюджету в цьому питанні? Я зустрічався з родственниками тех, кто погиб 2 мая 2014 года в Одессе, в Доме профсоюзов, и с теми, кто находится в СИЗО, незаконно удерживается в СИЗО, 47 человек в СИЗО Одессы, Николаева, Херсона, и с родственниками этих людей. Представляете, люди 5 лет находятся в СИЗО, без суда, без какого-то законного основания. Что хотят эти люди? В первую очередь, те, кто погиб, родственники погибших. Что они хотят? Они хотят одного, они хотят справедливости. Они хотят справедливости, чтобы те, кто совершил это тяжелейшее преступление перед Одессой, перед всем украинским народом, понесли заслуженное наказание в соответствии с законом. Родственники погибших не имеют никакого статуса. Кто-то потерял кормильца, кто-то потерял сына, кто-то потерял мужа, но они не имеют никакого статуса. Им государство практически ничего не выплачивает. Поэтому в связи с утратой кормильца.
и всячески пытается избежать этой темы, не обращать на нее внимания. Или приравнивать их, как мы видим, министр Рева заявляет, что те, кто живут на неподконтрольной территории, они мерзавцы. Вот эти люди в глазах нынешней власти, которые уже доживают свои последние дни, тоже, видимо, люди второго сорта. И к ним относятся точно так же. Никак к тем, кто этой власти все время аплодирует и говорит, что она все делает правильно, кто за ней голосует. Я уверен, что Одесса голосует не за Петра Порошенко. Мы видели результаты выборов. 88% проголосовало против Петра Порошенко, одесситы. И все же таки... Они сделали, вынесли свой приговор этой власти и приговор Петру Порошенко. Вот, эти люди хотят одного – справедливости. И эта справедливость должна восторжествовать. То, что материальные вопросы их не особо интересуют, я могу сказать. Во время встречи не ставились какие-то вопросы. А вот придание статуса им, как в связи с утратой кормильца, есть определенный статус социальный. И то, чтобы была дана политическая оценка этим событиям и правовая оценка этим событиям, вот это они хотят. А все, что от нас зависит, вот на негосударственном уровне, на частном уровне, то все те вопросы, которые нам задавались, мы их все всегда стараемся исполнять. Вот нам просят с чем-то помочь, мы всегда помогаем в этом вопросе. И что еще хотят? Чтобы память тех, кто погиб, была увековечена. Чтобы был поставлен памятник. Скорее всего, это будет на Куликовом поле, они хотят. Либо памятник, либо доска мемориальная с именами тех, кто погиб. И чтобы там даже кто-то придумал устроить шашлычную рядом с Домом профсоюза, чтобы эта шашлычная перестала существовать. Это неправильно так делать. Так вот, не хотят одного – справедливости, и чтобы память тех, кто погиб тогда, была увековечена. И все ж таки, якої підтримки можуть вони очікувати саме у питанні придання цього соціального статусу, саме родинам загиблих, які втратили кормильців? Смотрите, мы можем обратить внимание государства, обратить внимание кабинета министров, обратить внимание министра социальной политики, и обратиться к ним с соответствующими депутатскими запросами. И постоянно им об этом напоминать. Это мы делали, делаем и будем делать дальше. Чтобы в этом вопросе была поставлена точка. Ще повертаючись до питання саме розслідування і саме оцінки цих подій, знаємо, що минулого тижня в парламенті під час виступу нардепа Ігоря Шурма, заступник голови Верховної Ради Оксани Сирид, позбавила слова, вимкнувши мікрофон під час його виступу саме про трагедію 2 травня. На ваш погляд, чи є це грубим порушенням закону України про регламент Верховної Ради, який прямо забороняє головуючому переривати виступ народних депутатів, і взагалі чому ці питання замовчують? Чуть у парламенте. Ну, к сожалению, в тот день, когда было выступление Игоря Шурмы с трибуны, я находился в Иерусалиме. Или так, с делегацией Украинской Православной Церкви мы были там для того, чтобы принести благодатный огонь в Украину. В момент выступления Игоря Шурмы, когда он затронул тему Одесской трагедии, потому что это было последнее заседание Верховной Рады накануне 2 мая, то Оксана Сираид в нарушение, грубым нарушением регламента, закона о регламенте, выключил микрофон. Она не имеет никакого права останавливать выступление народных депутатов. Она такой же народный депутат. Она всего лишь ведет заседание и имеет не больше прав, чем все остальные депутаты Верховной Рады. Пытается руководство Верховной Рады и большинство Верховной Раде пытается замолчать просто об этой страшной трагедии, чтобы никто не говорил, чтобы всем закрыть рот. Но память об этой трагедии, память о погибших не позволяет нам это сделать. Мы, еще раз говорю, говорили, будем говорить о том, чтобы эта трагедия, первое, не была ни в коем случае замолчалась властью, и второе, чтобы те, кто виноваты в этой трагедии, те, кто совершил это преступление,
понести справедливое законное наказание. Все ж таки, если дозволите, я процитую саму Оксану Сироїд с этого привода. Она сказала еще в парламенте під час засідання: вимкніть микрофон. Загальновідомий факт, что передвісником подій в Одесі був російський десант з Росії Придністров'я, тому ви маєте право говорити тільки про те, що не роз'єднує українців, або я закрою засідання. Як ставитися до цих слів? Ну, слушайте, я не могу комментировать бред. Это было бы, ну, с моей стороны даже, ну, как можно это все... Они лгут и делают вид, как будто это правда. Зрозуміло. Еще питання, про яке ви вже казали, про те, що ви регулярно, щорічно звертаєтесь до європарламентарів. І дуже цікаво, яка їх реакція на хід розслідування і та на яку підтримку можна розраховувати від міжнародних експертів, якщо вдасться все ж таки здвинути з мертвої точки це? Всегда, коли ставиш питання в залі парламентської асамблеї Совета Європи, тебе підтримують в цьому питанні. И когда задаешь вопросы тем, кто отвечает, там, либо руководитель Совета Европы, либо какие-то другие ответственные лица европейского сообщества, то все поддерживают. Да, мы считаем, что расследование должно пройти честно, законно, в соответствии с законами Украины. Но и они об этом постоянно напоминают украинской власти. Но, к сожалению, наша власть, еще раз повторюсь, во главе с Петром Порошенко, когда им выгодно слушать, они слушают. Когда не выгодно слушать, они слушают. Нам рассчитывать в расследовании этих событий можно только на себя. И на наших правоохранителей. Никто нам из других стран не прилетит и не поможет нам все это расследовать. Мы должны рассчитывать только на себя. И общество наше должно следить за ходом этого расследования. Для этого, возможно, нужно будет уже при новом составе Верховной Рады создать временную следственную комиссию Верховной Рады, чтобы эта комиссия четко следила за тем, как идет ход расследования. Але зараз, на думку рідних загиблих, слідчі і судові органи навмисно роздрібнили епізоди трагедії і розділили учасників подій 2 травня за політичними ознаками, в результаті слідства не було неупередженим і справедливим. Як можна поєднати і чи є це також ланцюг, ще йде з подій, які сталися на Майдані? Рішенням слідственного прокурора, рішенням, а взагалі рішенням генерального прокурора. Я маю на увазі... Эти все роздроблені уголовні діла повинні бути об'єднані в одно. І в рамках одного уголовного діла ці всі события повинні бути розслідувані. Так легше бачити картинку. Чи можна поєднати цей ланцюг з подіями, які були на Майдані? З вбивствами, які були там? Ні, це... Тобто замовники, можливо, одні і ті ж. Майдан – це одно. Це одна трагедія. Убийство на Майдане – это одна трагедия. Их должны расследовать. Здесь другие обстоятельства. Может быть, заказчики будут одни и те же, но это разные обстоятельства. А трагедия в Доме профсоюза 2 мая 2014 года – это другое преступление. И здесь должно быть отдельное уголовное дело. И их нельзя дробить вот внутри этого события. Нельзя дробить на разные уголовные дела. І ще питання вже не про 2 травня, про мовний закон, ваше ставлення і те, що на минулому тижні сталося. Закон антиукраїнський, закон дискримінаційний, закон карательний. Я виступав з трибуни Верховної Ради, говорив, що просив депутатів від більшості відложити цей закон, тому що закон почав розглядатися в рамках передвиборної кампанії Петра Порошенка. Армія, мова, віра. От йому вже було останнє поставити точечку в цьому питанні, щоб був прийнят закон с таким лукавым названием о государственной поддержке украинского языка. Этот закон должен был иметь другое название. О фактическом запрете русского языка и языков национальных меньшинств. Он ведет только к этому. Там есть какие-то временные отсрочки по принятию тех или иных положений этого закона. Но в целом этот закон дискриминационный. Он грубо нарушает Конституцию Украины и основные права граждан. А в Конституции четко записано, что русский язык и языки национальных меньшинств должны поддерживаться государством, и граждане должны иметь право обучения и право говорить на родном языке. Никто не имеет права принуждать. Так вот, в этом законе есть несколько норм, которые грубо нарушают Конституцию Украины, и в результате изучения которых можно говорить, что закон дискриминационный и карательный.
Но если ты как-то неодобрительно высказываешься об украинском языке, это может приравнивать к оскорблению государственных символов. Или ты выступаешь за двуязычие, когда говоришь о том, что я призываю, чтобы у нас был второй государственный язык. Или даже говоришь о том, что язык региональный вообще должен быть другой язык, кроме государственного языка один, украинский. А в Одессе, например, должен быть еще два языка регионального общения, русский язык и болгарский язык. Это приравнивается к свержению конституционного строя. И за это штраф, а потом может быть дан срок. Только за призыв один. Но о чем это можно говорить? Это закон раскалывает украинское общество. Оно и так расколото по разным параметрам. По религиозному признаку, по отношению к истории, по региональному признаку. Сейчас хотят расколоть, уже раскололи общество по языковому признаку. Ну как-то Украина жила до принятия этого языка. И язык украинский развивался. И дискриминации не было. Но вот с приходом этой власти, когда был принят сначала закон об образовании, в котором сказано о том, что в начальных школах, в средней школе и в высших учебных заведениях обучение только на украинском языке. Там дается какой-то временной период, чтобы еще можно было обучать там, на русском языке, на языках национальных меньшинств какой-то период времени. А потом переход полный на тотальную украинизацию. Мы за то, чтобы украинский язык развивался. Мы за то, чтобы Украина была единым народом, украинский народ был единым народом. Но в рамках единого народа у нас есть разные национальности. И не надо делать так, чтобы интеграция в единое украинское общество осуществлялась за счет ассимиляции тех или иных народов. А это прямая ассимиляция, потому что идентичность любого народа, это его, в первую очередь, это язык. Лишить языка, лишить корней. Дуже дякую. Мы делали все, чтобы закон не был принят. Мы единственная фракция в парламенте, которая голосовала против этого антиукраинского языка. И мы не опустим руки. У нас готовится сейчас конституционное представление в Конституционный суд об отмене этого закона, как грубо нарушающего многие положения Конституции Украины. И я уверен в том, что если судьи Конституционного суда будут руководствоваться исключительно Конституцией, украинскими законами, они должны этот закон отменить. Дуже дякуємо, Вадим Владиславович, за те, що завітали до нашої студії. Віримо, що ситуація зміниться і з приводу ходу розслідування трагічних подій 2 травня, і з приводу придання соціального статусу родинам загиблих, і з приводу... Надіємося на те, що зараз уже президент буде вступити в должність в течение місяця після офіційного обнародування результатів второго тура, и это будет задание новому президенту. Сделать так, чтобы общество объединялось. Сделать так, чтобы расследование громких преступлений, за последние, которые были проведены за последние 5 лет, чтобы имело очень четкое, законное и справедливое решение. Дуже дякую. Сегодня в нашей студии народный депутат Украины Вадим Новинский. Дякую. Мене звуть Дмитро Богомолов. Ви дивились студію «Репортер». Залишайтеся з нами. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое.